Шлепанцы не по сезону, решил 26-летний мужчина и отправился в магазин. Переобулся прямо в торговом зале. На кассе оплатил только бутылку воды. Такой расклад охранников гипермаркета не устроил. Они нажали на тревожную кнопку. На связи 15. 15, принимаем тревогу. Экипировка, запись, взаимная самостраховка. Как принял? Принял, 54-15, выдвигаемся с Молодежной улицы. На место происшествия выехал экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны. В его составе Никита Смирнов. На службе уже 3 года. Но признается, мечтал об этом с 1 класса. Пример брал с отца. Наследственный, наверное, отец был в свое время капитаном полиции. Вот по его стопам решил пойти. На неудобные вопросы задержанному пришлось отвечать в отделе полиции, куда его доставили сотрудники Росгвардии. Кстати, охранники в магазинах не имеют права никого задерживать. Они лишь внимательно следят за тем, что происходит в зале. Остальное – дело правоохранителей. По прибытию группа задержания выясняет причину срабатывания тревожной кнопки, потому что они не понимают, да, например, они приехали, да, что-то случилось. Но как им понять, это надо будет выяснить. Выяснить либо у сотрудников ЧОПа, либо у сотрудников службы безопасности, которые находятся непосредственно на объекте. За покупателями в магазинах наблюдают не только операторы видеонаблюдения, но и сотрудники в зале. Поэтому совершить противоправные действия и остаться незамеченным попросту невозможно. А между тем, за кражу предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».